Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня 2023 год, 6 июня. Лето в самом разгаре. И как я уже вам говорил, скоро я поеду на ЖД вокзал встречать Катеньку, Катюшу милую, любимую. Катенька ездила домой к родителям повидаться. Вот. Я купил встречать Катюшу вот такую розу. Вот такую розу. Это шоколадные конфеты ассорти с орехами. Вообще такие темные, вообще классные ребятки. Не, но она закрыта. Так что я не знаю, какие они внутри. Для меня тоже это будет сюрприз. Это первое, что приготовил. Ну, как вы знаете, шоколадный букет. Второе, конфеты Мерси с сердечком. Конфеты Мерси с сердечком от любимого. И самая фишка, самое главное. Это открытка, которая будет лежать в букете. Ты, мое счастье, открываешь, и тут шоколадки, вот такие вот. Открытка с четырьмя шоколадками. Вот. Вот так вот, ребятки. Открытка, конфеты в виде роз, роза. Там, ну, там внутри шоколадная конфета, такая красивая упаковка. И мерси. И плюс еще шоколадный букетик. Из бельгийского шоколада. Эх, ребятки. Ну, кто не видел, конечно, я сейчас вам покажу. Кто не видел, покажу. Кто не видел, покажу. Вот, ребятки. Кто не видел, вот. А так-то я отдельное видео снимал. Прям отдельное видео. Так что, ребятки, надеюсь, Катюше понравится. Всем любви, счастья, хорошего настроения. От всей души, от всего сердца. Всего вам наилучшего.